Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 8, урок 7. Блиц-турнир. Составляем буквенные выражения по заданным условиям. В аквариуме у Васи М сомиков, что в два раза меньше, чем гуппи. Сколько рыбок гуппи у Васи в аквариуме? 2. Умножаем на М, и мы узнаем, сколько рыбок гуппи у Васи в аквариуме. Задача Б. Вчера Миша прочитал А страниц, а сегодня в два раза больше. Сколько страниц прочитал Миша за эти два дня? А. Прибавляем 2, умноженное на А, где А – это количество прочитанных страниц вчера, а 2, умноженное на А – количество прочитанных страниц сегодня. Решение В. В первом куске Б метров ткани, а во втором – С. Во сколько раз меньше ткани в первом куске, чем во втором? Во втором куске ткани больше. Значит, мы С делим на Б, чтобы узнать, во сколько раз меньше ткани в первом куске, чем во втором. Задача Г. У Сережи К тетрадей в клетку, а в линейку на 6 тетрадей меньше. Значит, К минус 6. Чтобы узнать, во сколько раз больше у Сережи тетрадей в клетку, чем в линейку, мы К разделим на К минус 6. Задача Д. С аэродрома поднялась в воздух Д самолетов, пар, а Б самолетов осталось. Насколько больше самолетов осталось, чем улетело? 2 умноженное на Д – это самолеты в воздухе. Б – это оставшиеся самолеты. Чтобы узнать, насколько больше осталось, мы от большего, от Б, отнимаем 2D. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.